це добре, що вона не має сусідів. Може, якщо і приведуть у Москву теж слідчі ізолятори, може там не будуть сусідів. В Воронежі вони немає сусідів. Планують перевірку. Тобто за слідчу перевірку вони роблять по її заяві. Провіряють там, чи не будуть провіряти, чи будуть вони таке. І дається термін 10 днів по КПК російському. Але якщо там складність якась, все, вони можуть продовжити до місяця. Вони завжди кажуть, що є складність. Вони завжди так кажуть, будемо так зручніші. Цілий місяць вони будуть. Але потім вони все одно повинні прийняти рішення або порушити кримінальну справу, або винести постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Люди, яким ми переказали ці озброєння, яких вона не бачила, тому що вони були тоді в масках, і вони були зав'язані очі, а от ті люди, кому їх передали, вони давали показання і вони брехали. Ми це знаємо. І от, власне, їх ми прохали, щоб їх допитали в цій справі. І очну ставку, так? Очну ставку тільки в разі, якщо вони порушують справу. Ну, да, тому що очна ставка не робиться на стадії перевірки. Але слідчий казав, що він опитує їх найближчий термін, це може бути наступного тижня. Вони кажуть, що вони підібрали її на трасі, коли вона голосувала. Нібито вона сама хотіла Росію, як телефон повезти слідчим, де вам було при неї. І карта була, і телефон. Йде в полон до росіян, да? Офіцер української армії. Замість того, щоб на Київ, якщо виходить. Так там же Київ вже її написав. Що мала на Київ, тільки вона російська. Ну, це треба... Це ж брехи. Це вже брехи, чого не голосувала. У нас в Україні... Вже вони її назвали. Ні, я 245 чоловік наших військових в полон. І 50 чоловік, у тому числі офіцери. Де ж маю? Там інша ситуація. Тому що те, хто в полоні, їх можуть звільнити кожну мить. Значит, мы говорим о субъективной стороне преступления. Да, умысел, мотив. Значит, абсолютно точно умысла прямого на убийство, да, умышленное убийство, значит, двух этих журналистов у нее не могло быть. Это невозможно фиксировать. В принципе, эти вопросы относятся к ряду экспертиз, свидетельств, материальных доказательств, которые должны установить причинно-следственную связь между действиями, которые произвела по объективной стороне Савченко, и ее умыслом. В той ситуации, которая есть, большую часть процессуальных вещей осуществить невозможно. Убийство происходило на территории Луганской области. Это территория суверенного государства Украины. Для того, чтобы производить там процессуальные действия, процедур альтернативных нет, она только одна. Это обращение к правоохранительным соответствующим органам Украины, которые сами по запросу осуществляют эти процессуальные действия. Чего бы это ни касалось, осмотр места преступления, значит, фиксация доказательств, выемки, экспертизы проведения и так далее. И даже допросы свидетелей, ну, очевидцев есть, понятие очевидцев. Всего этого Россия сама делать на территории Луганской области не может. Поэтому не очень понятно, как вообще будет формироваться база доказательств. В том числе и, собственно говоря, в части, касающейся субъективной стороны преступления. В силу и этих причин мы говорим о том, что фактически вина Надежды Савченко доказана быть не может. Не может, потому что для этого нужно как минимум сотрудничество двух суверенных органов, правоохранительных органов, полномочных органов, двух государств. В нынешней ситуации это невозможно. Поэтому, в принципе, так сказать, говорить о фиксации каких-то существенных, квалифицирующих признаков преступления, о которых говорит Следственный комитет, предварительное следствие, не приходится в принципе. Не приходится в принципе. Дело в том, что то, что произошло в поселке Металлист, это драма. Взаимный минометный обстрел. Разлет осколков 200 метров. Корректировать огонь миномета... почти невозможно в таком виде, чтобы, видя, так сказать, конкретный объект, группу лиц, там, и кого бы то ни было еще, поди разбери, значит, а кто из них журналист. А корректировать огонь так, чтобы попало именно в журналистов, это почти невозможно. Тем более, что, я повторяю, все это можно, так сказать, производить в виде процессуальных действий на территории Украины, и доказательства будут надлежащими, только если будут добыты законным путем. Законного пути при искании этих доказательств у российской стороны нет. Их просто нет.
Таким образом, отсюда общий вывод. И с этой точки зрения, сугубо процессуальной, привлекать к уголовной ответственности Надежду Савченко невозможно. Я хочу подчеркнуть, что ее обвиняют не просто в умышленном убийстве, ее обвиняют в пособничестве в убийстве двух и более лиц. По части 33, части, соответственно, 2, статьи 105. Да, максимальная санкция – пожизненное заключение. Женщины в России не осуждаются пожизненно, соответственно, максимум – это 25 лет. По существу своему, для того, чтобы следствие сделало вывод о виновности Савченко, должны быть в деле появиться существенные и необратимые доказательства ее вины. На сегодня их нет. Я хочу сказать, что из тех материалов, которые следствие представила в суд при избрании меры пресечения в виде ареста к ходатайству. Там есть два свидетельства, двух анонимных свидетелей, ну, секретных их называют свидетелей, Иван Иванов, Михаил Михайлов, которые видели видеозапись, были свидетелями, они никогда не были знакомы ни с Савченко, никогда не были очевидцами преступления. Они видели видеозапись, на которой один из бойцов батальона «Айдар» говорит о том, что якобы Савченко сказал «все на броню». Одна единственная фраза, которая должна свидетельствовать о ее командном качестве в батальоне «Айдар». Ну, это нонсенс, на этом основании привлекать к уголовной ответственности Савченко, пользуясь только этим объемом доказательств. Далее Дрыманов, так сказать, руководитель, вот сказанного об этом говорил Николай Полозов в управлении, в интервью в газете заявляет о том, что есть телефон и Надежда Савченко, который, скажем, приехал, так сказать, за ней, он не с ней был, естественно, поскольку ее передавали с рук на руки, в котором есть, так сказать, звонки, которые они считают могут являться свидетельством корректировки огня. И есть карты, якобы найденные при ней, это, по-моему, Яндекс-карта, так сказать, местности, которая тоже должна свидетельствовать о некой топографии, которая, так сказать, используется при корректировке огня. Вот и все, больше никаких доказательств нет. Я еще хотел добавить относительно двух засекреченных свидетелей, которые, по сути, являются основными пока в этом деле. Как следует из протоколов их допросов, оба этих свидетеля являются сепаратистами и являются участниками батальона, так называемого батальона «Заря». Вот, то есть это, по сути, те же самые люди, которые осуществили изначальное похищение Надежды Савченко с поля боя, когда она вытаскивала раненых военнослужащих из горящего БТРа. И после этого они в виде засекреченных свидетелей, те же самые люди, рассказывают про то, что на самом деле, ну, по сути, не существовало. И на такой вот доказательственной базе, которая не имеет под собой фактических оснований и которую, в принципе, легко перепроверить, строится все это дело. Да, Надежда держится очень бодро. Насколько это вообще возможно для человека, который задержится вот в такой ситуации, по такому делу, под стражей уже больше месяца. Она имеет сносные бытовые условия. Мы не были в той камере, где она содержится постоянно, поскольку в СИЗО свидание с адвокатами происходит в отдельном помещении. Но с ее слов мы знаем, что у нее камера, которая рассчитана на 5 человек, она там содержится одна, то есть нормы по свободному месту в целом соблюдаются. У нее есть душ, питьевая вода, ей передаются передачи, с первых дней с этим были проблемы, сейчас это все налажено, передачи ей передаются, продукты у нее есть. И в целом у нее нет никаких жалоб на бытовую сторону ее содержания, она подчеркивает, что просила нас даже отдельно об этом сообщить, что поскольку она знает, что люди волнуются о том, как с ней обращаются, обращаются с ней приемлемо. И что ее не стоит, не следует волноваться про вот как раз бытовую сторону ее содержания, следует прежде всего думать, как это волнует ее в первую очередь, как нас это волнует в первую очередь, про сущностную сторону этой истории. А сущность этой истории в том, что ее очень подлым образом похитили, подлым образом, незаконным образом передали через границу, и сейчас российские официальные органы распространяют про нее недостоверную информацию. Лгут. Что касается заявления о похищении, то оно действительно было подано в Следственный комитет. В данный момент Следственный комитет возбудил процедуру проверки фактов для того, чтобы возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела по материалам данной проверки. Но
следуя парадигме всего этого большого украинского дела, и в частности дела Надежды Савченко, ну, я берусь утверждать, что Следственный комитет вряд ли возбудит уголовное дело по факту ее похищения, поскольку это не в его интересах. Прежде всего, не в политических интересах российской власти. А ситуация обстоит следующим образом. У Надежды Савченко по правилам содержания в российских СИЗО в месяц есть 2 свидания. Она планировала оба их потратить на свидание с украинским консулом. Потому что впервые украинского консула к ней пустили спустя более чем 2 недели после ее задержания. Все это время не давали видеться с ним. Она собиралась с ним видеться второй раз. Вместо этого, мы не понимаем, по чьей инициативе, но так или иначе к этому имел отношение следователь Маншин, который ведет это дело. Он то лицо, которое обязано давать разрешение или запрещать подобные свидания. Ей было предложено встретиться с группой российских журналистов, телеканал Life News. Она просила пояснить вот специально, на тот случай, если у нас будет такой разговор, как сегодняшняя пресс-конференция, что она, конечно, хотела бы иметь возможность донести свое видение этой ситуации напрямую, не через другие руки, потому что сейчас она общается только через нас, адвокатов, по сути. И она этой возможностью, как ей казалось, воспользовалась. При этом второе свидание с консулом у нее сгорело, потому что встреча с телегруппой Life News была записана как второе свидание в течение месяца, и с консулом она больше не увидится, о чем ее не предупредили. И при этом из разговора, который длился 1,5 часа, как она говорит, ну по ее ощущениям, по крайней мере, 1,5 часа, журналисты Life News вырезали для короткого ролика одну фразу, из которой можно было понять, что Надежда Савченко считает, что малазийский Боинг сбили не сепаратисты. И вырезали 13-минутный ролик, тоже, где какие-то отдельные фразы высказывали, надерганные вне контекста. Она просила меня специально подчеркнуть, что та фраза, которую вот все обсуждают именно в связи с этим интервью, то, что Боинг, по ее мнению, сбили не сепаратисты, в том контексте, в котором она была в интервью, означает буквально следующее, что Надежда Савченко полагает, что сепаратисты не могли только своими силами сбить Боинг, и что им помогали российские вооруженные силы. Вот то, что она имела в виду. Мы, наверное, далеки от того, чтобы прямо осуждать поведение журналистов, потому что это их работа, и это, в конце концов, их хлеб. Но нам кажется, что в целом вся ситуация, которая возникла после этого интервью, довольно сомнительна с этической точки зрения. И в этой связи Надежда просила нас передать, что дальнейшие прямые интервью с ней невозможны, и что любые вопросы, которые вы хотите задавать ей, следует ставить перед нами, как и адвокатами, и в том случае, если мы найдем возможность эти вопросы ей передать, и она найдет возможность на них ответить, мы ему эти ответы сообщим. Все вроде беспокоите, але якщо російські варвари не йдуть на переговори, то що зможемо зробити? Ви знаєте, основне, о чому вони не сказали, я доповню. До тих пір, поки ми тут не зберемо докази невинуватості її, порушено 4 кримінальні справи. От ми зараз з Марією Івановною спілкуємося із Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, там, де розслідуються ці кримінальні справи. І поки ми не зберемо докази її невинуватості і передамо туди, росіяни ж нічого не можуть. Вони, по-перше, не зацікавлені, а по-друге, вони не мають можливості сюди доступу. Спілкуватися з нашим МВС і Генпрокуратурою вони не хочуть. Тому ми зараз збираємо докази по кримінальним цим справам, їх легалізуємо і передамо туди, в російській стороні. Не захочуть вони залучати їх до матеріалів тієї кримінальної справи, ми тоді передамо їх власності, щоб всі бачили, що Надія, що в цей час і в цей день вона не була там, де були журналісти. Якщо зараз хочете передати... Я б хотіла до неї поїхати, але мене не пустять. Не треба, не треба. Вас може і пустять, але не випустять. Розумієте? Якщо ви поїдете, то ви станете заручниками. Через вас будуть давити на Надію. Це не треба діяти. Ми спробуємо зробити так, щоб вам дозволили поговорити по телефону з ним.
Зараз нам відмовили, ми просили. Зараз нам відмовили, ми оскаржимо відмову. І може, зможемо ще з тим зробити. Ну, це вони говорять, що вона втікла. Ну, це ж смішно. В наручниках її везли з мішком на голові. Ми це розуміємо. Ми розуміємо це, ми її віримо. І вважаємо, що наша робота така, щоб її вірило ще найбільше людей. Тому що це не про суд. Це, уся ця справа, вона не про суд. Бо по щирого суду там не буде. І ми це розуміємо, вона це розуміє. Це справа про правду і про те, що во що вірять люди. Це справді буде вона півтора года там сидіти? Ні, моєю думкою, може її звільняти чи обмінають протягом кілька місяців. Не півтора года. Тому що півтора года та ситуація, яка у нас зараз є в Росії, усі ці санкції, усі ця майже війна, це за півтора года ще зміниться. А якщо зміниться, то її відпустять. Дай Боже, щоб воно раніше це все було. Що кажете? Кажу, дай Боже, щоб це раніше було, щоб її звільнили раніше. Дай Боже.